Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Но не только. Сегодня наш репортаж посвящен парикмахерскому искусству. Добрый день, молодой человек. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Мне зовут Робертас. Я приехал из Литвы. Мы хотели бы передать всем привет от инвестора из Литвы. Мы поддерживаем этот проект. Мы очень рады, что мы здесь. И мы думаем, что будущее транспорта будет SkyWay. Скажите, пожалуйста, кроме изображения Transnet, каким образом вы, то есть вы ходячая реклама нашего проекта, каким образом вы еще поддерживаете? Являетесь ли вы действительно крупным инвестором? Или вы, возможно, создали целую сеть единомышленников? Да, мы поддерживаем, мы инвестируем, и сеть есть, и структура наша есть, также мы, я сделал такую рекламу, я прыгал с парашютом из самолета с 2800 метров высота и с флагом SkyWay несколько дней назад. Вы все видели эти фотографии. Так. Спасибо большое. Вы приехали на выставку специально для того, чтобы посетить наш стенд, или вы посетили уже и другие павильоны и ознакомились с какими-то компаниями, которые не имеют отношения к нашему проекту? Я вам могу сказать, мы приехали только для SkyWay. Никаких других стендов мы пока не видели, не смотрели. Нам интересно только SkyWay, посидеть в Unibike, в Unibus'е. Мы просто очень-очень хотели этот увидеть и потрогать, что этот проект реальный проект, и мы будем... Я понял. Я вам настоятельно рекомендую не ограничиваться нашим стендом, пройтись по выставке, сравнить. Все познается в сравнении. Так вот, сравните то, что вы видите здесь, и то, что представляют другие. Это либо, скажем так, идеи далекого прошлого, или вообще только картинки, обещания и ничего более. Тогда вы оцените наш проект еще больше. Поэтому мы будем рады видеть вас на конференции. Пока посоветую вам посмотреть. Вы еще больше оцените то, что можете здесь лицезреть. Хорошо, так и будем делать. Вы наши соседи, совсем недалеко, поэтому, когда поедут Unibus и Unibike по экотехнопарку в Марьиной Горке, обязательно приезжайте, посмотрите на месте, не просто пощупаете, а, возможно, Бог даст, сможете и прокатиться. Хорошо, мы так и будем делать. А может быть, вдохновленные вашим примером, мы какой-нибудь откроем конкурс людей, которые как-то используют символы SkyWay с эстетической целью. Но, по крайней мере, глядя на вас, нам очень хочется это сделать. Поддерживайте наш проект. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay, и тогда в вашей жизни будет очень много прекрасного. По крайней мере, она будет связана с самым прекрасным инфраструктурным проектом будущего. Строй SkyWay! Спасай планету!